Звездами не рождаются, звездами становятся. И до автографов, пиар-менеджеров, дорогостоящих корпоративов и большого количества менеджмента все без исключения проходят один и тот же путь. Вот так вот обычно выглядит рок-певец, не имеющий всего этого. У меня подружки из ближайших дискотек. А вот так вот, когда все это уже получил. И как говорил Маяковский... Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно. Возможно, скоро и эти ребята из группы «Зима» станут новыми муми-троллями. Сейчас их клип на песню «Питер» можно увидеть, а если включить звук, то еще и услышать на телеканале Муз-ТВ. Мы, в общем, такая интернациональная группа. Почти все из Украины. Половина из Белоруссии. Да, и еще даже Тува, город Кызыл, там встрял. Вот, и пишем песню про Санкт-Петербург. Раньше группа «Зима» играла совершенно другую музыку. В интернете многие их сравнивали с группой «Тараканы». Ну, мы же вообще добровольно продались поп-сцене. Раньше мы играли панк-музыку. Были так же счастливы, но меньше немного. Порадоваться есть чему, потому что группа «Роксет» для своего московского разогрева выбрала именно эту группу. Группа «Роксет» подарила нам бутылку дорогого шампанского. Группа «Роксет», она же на всех «Романтик Коллекшн» была, вот, и мы все покупали эти, и просто вообще у нас нет слов. Слова непременно найдутся, когда музыканты закончат работу в студии и выложат все свои песни в глобальной сети. О полноценном альбоме «Зима» пока и не помышляет. Миша Осинин, Евгений Шульга, Муз-ТВ.